Юлия Ушмодина работает воспитателем в детском саду уже 13 лет. Всех своих воспитанников она приводила на разные мероприятия в библиотеку номер 12. В этот раз она пришла со своей группой дошколят посмотреть новую постоянную экспозицию «Убранство русской избы». Детям рассказали о традициях русского народа, его быте и приметах. Детям вообще интересно все самое необычное. И для них это вообще непонятно. То есть как утюг выглядит по-другому, как это готовили не на электрической плите, как это хранили там в погребе, да, или где-то в кувшинах. Вообще эта тема такая очень трогательная. Как бы связь между прошлым и настоящим и будущим – это очень важная вещь. Экспозицию сотрудники библиотеки собирали около 10 лет. В избе представлены разные экспонаты – лапти, ложки, прялки и самовары. Все эти старинные предметы принесли неравнодушные читатели. Интересный экспонат, неожиданный для нас. Знаете что, полозья принесли, я даже не ожидала, что могут донести. Полозья от настоящих саней. И сказали тоже, что это вот деревяшки 100 лет. Но все это мы это бережем, конечно. Потом у нас вот относимся мы с уважением. Платьице у нас есть одно платье. Лен самотканный. Вышивка настоящая. Сотрудники библиотеки продолжают дополнять выставку новыми экспонатами. Они хотят дать детям возможность ближе познакомиться с родной культурой. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.